Глава города Шадринска Виктор Ермишкин осмотрел ход капитальных ремонтов учебных заведений города. Здание начальной школы номер 15 и второго корпуса детского сада номер 24 по улице Советской. Напомним, в этом году за счет регионального бюджета проводится капитальный ремонт гимназии номер 9, школы номер 10, 15, а также детских садов «Ласточка», «Звездочка», «Росинка». Также предстоит отремонтировать историческую часть школы номер 7. Это объект культурного наследия регионального значения. Также в школе будут заменены двери, расширено фойе первого этажа, а по программе «Доступная среда» оборудованы пандус и туалет для детей с ограниченными возможностями. Подрядчик приступает к ремонту крыши, то есть в течение месяца обязуется закончить крышу и параллельно будет работать по фасаду. В школе планируется согласование вот именно работ по переносу теплотрассы, потому что там теплотрасса прикреплена непосредственно к стене, а необходимо ее увести от стены, чтобы не разрушался фасад здания, плюс работы по крыльцам и внутренней работы. Также работы необходимо согласовать по отмостке. В общем, общие строительные работы. В детском саду номер 24 проводится комплекс ремонтных работ от крыши до инженерных коммуникаций. На сегодняшний день уже крыша закончена полностью. Окна заменены, 127 окон. Меняются инженерные коммуникации. Работают у нас здесь 4 подрядных организации, потому что пришлось проводить 4 аукциона. То есть подрядчики работают практически в круглосуточном режиме, то есть ежедневно на объекте до 25 подрядных организаций. О ходе масштабного ремонта второго здания детского сада номер 9 рассказала директор Ирина Епанчинцева. 55 лет корпусу, ремонта не было капитального. 4 подрядчика в настоящий момент работают, в настоящие 3. Один подрядчик уже выполнил свою работу. То есть капитальный ремонт крыши, полностью замена всех окон, полностью замена всех дверей, входные двери, межкомнатные двери, замена полов на первом этаже, потому что они провалились у нас. Ну и все инженерные коммуникации, водопровод, канализация и система отопления. Сделано уже очень много. Крышу сдали. Завтра мы, думаю, подпишем акты о приеме окон. 127 окон поменяли. Сейчас работает большая бригада по инженерке, работают в круглосуточном режиме. И Фортыгин – это наш, фирма «Альтекс», город Шадринск. Ну, вот и отмостка за ним будет, и цоколь за ним будет, и замена ограждения. Конечно, мы довольны и надеемся, что нашим детям будет хорошо в новом отремонтированном здании. Срок сдачи объектов после капитального ремонта – до 30 ноября текущего года.